более конкурентоспособными командами округа Валенсию. Плюс Леванте тоже находится в этом округе. И на испанском такое дерби называют дерби де коммунитат. Это не самое острое соперничество, скорее оно носит вполне дружеский характер болельщиков. Ману Тригерос. Пако Алькасар. Хороший пас, верхом вперед. Конкурентоспособными командами округа Валенсию. Плюс Леванте тоже находится в этом округе. И на испанском такое дерби называют дерби де коммунитат. Это не самое острое соперничество, скорее оно носит вполне дружеский характер болельщиков. Ману Тригерос. Пако Алькасар. Хороший пас, верхом вперед. Раньше времени он... конкурентоспособными командами округа Валенсии. Плюс Леванте тоже находится в этом округе. И на испанском такое дерби называют дерби де коммунитат. Это не самое острое соперничество, скорее оно носит вполне дружеский характер болельщиков. Ману Тригерос. Пако Алькасар. Хороший пас, верхом вперед. Раньше времени он... конкурентоспособными командами округа Валенсии. Плюс Леванте тоже находится в этом округе. И на испанском такое дерби называют дерби де коммунитат. Это не самое острое соперничество, скорее оно носит вполне дружеский характер болельщиков. Ману Тригерос. Пако Алькасар. Хороший пас, верхом вперед. Раньше времени он... конкурентоспособными командами округа Валенсии. Плюс Леванте тоже находится в этом округе. И на испанском такое дерби называют дерби де коммунитат. Это не самое острое соперничество, скорее оно носит вполне дружеский характер болельщиков. Ману Тригерос. Пако Алькасар. Хороший пас, верхом вперед. Раньше времени он... конкурентоспособными командами округа Валенсии. Плюс Леванте тоже находится в этом округе. И на испанском такое дерби называют дерби де коммунитат. Это не самое острое соперничество, скорее оно носит вполне дружеский характер болельщиков. Ману Тригерос. Пако Алькасар. Хороший пас, верхом вперед. Раньше времени он... конкурентоспособными командами округа Валенсии. Плюс Леванте тоже находится в этом округе. И на испанском такое дерби называют дерби де коммунитат. Это не самое острое соперничество, скорее оно носит вполне дружеский характер болельщиков. Ману Тригерос. Пако Алькасар.
Хороший пас, верхом вперед. Раньше времени. Конкурентоспособными командами округа Валенсия. Плюс Леванте тоже находится в этом округе. И на испанском такое дерби называют дерби де коммунитат.